Это уже сумеречное такое освещение в аквариуме. Его можно регулировать, если не будет дрожать рука. Сейчас попробую это сделать. То есть вот можно затемнить совсем. Получается лунный такой вообще свет. Можно обратно добавить. Можно сделать вот такой вот синий. Точно так же затемнить. Вот так вообще. Очень красиво. Добавляю. Это оттенок с более розовым оттенком. Это более еще насыщенный розовый. Это тоже более розовый. Такой фиолетовый, лиловый такой. Тут больше красного добавляется. Ну вот мне вот такой вот самый оптимальный, чтобы не росли водоросли, потому что когда вот так вот много синего, красного нет, могут расти водоросли. Но когда вот так, это оптимальный вариант. Если убавить, вот так вот оно выглядит. То есть это убавляется с пульта управления. Вот, и пока это одно освещение, могу показать, вот как тут меняются оттенки. Вот. Это RGB лампа. Это без дополнительных никаких освещений. Вот так RGB лампа меняет оттенки. Мы остановимся на сиреневом. Я его немножечко затеню. Такая вот красивая луна. А в камере он больше розовый, на самом деле он такой приятно сиренево-фиолетовый, потому что камера передает вот розовый больше оттенок. Лунный, лунный, приятный.